Ну что, друзья, кто из вас видел когда-нибудь орденскую книжку? Многие видели. Сейчас я вам покажу. А такую, ребята, вы видели орденскую книжку? Чистую, незаполненную, а? Я никогда не видел. Вот так вот. Смотрим дальше. То есть все книжки чистые. Обалдеть. С печатью. А я, кстати, не прочитала, что у нас тут за печать. Союз Советских. Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Гербовая печать стоит. Обалдеть. Вот это я сегодня прибарахлился. 12 книжек. Кому интересно, но, ребятки, будет дорого. Сразу говорю, что книжечки будут стоить дорого. Кто еще не был в магазине? Героев Харькова 30. Город Харьков.